С вами Дмитрий Лосев из магазина шуб «Меховой» на Тверской. К нам сегодня зашел клиентик давно. Я узнал свою шубку курточкой коротенькой цвета орешек. Спросил, у нас ли покупали? У нас вы покупали? Да, покупала и очень довольна. Ношу третий год, великолепная. И шубка, и тепло, и легко. Замечательно. Так, а покупали где у нас шубку? Здесь, в этом магазине. Магазинчики уже добрали. Это, наверное, не более 4 лет назад. Ну, 3 года. Потому что мы 4 года здесь находимся. Это третий год. Вот я ну, ношу. Вам очень хорошо. Очень, спасибо. Я прям наслаждаюсь. Вот эта шуба мне так нравится, красиво. Мне тоже. Правда, у нас их сейчас уже нету давно. У нас уже идут поперечки, разные расцветки там. Вот, но... Ну, это классика. Классика, да, классика неубиваемая. Мех хороший, густой. Я сразу узнал, да. По пуговке тут работали мы. Так, ну а сейчас вы к нам зашли. Чего вам сейчас надо? Мне хотелось бы кожаную курточку с чернобуркой. С чернобуркой. Берите натуральную кожу только, потому что если возьмете, вы эко еще интересовались. Сразу говорю, клиенты приходят мокрые, как мыши мокрые, вспотевают, мокнут. Спасибо вот, большое за консультацию. Рекомендуем только натуральную кожу, пусть немножко подороже, лучше со скидочкой, но натуральную кожу. Так, вы хотите какую курточку? Ну, вот такую же длинную, если длину имеете в виду. Да, с чернобурочкой, да? Да, желательно. Так, ну, мы будем смотреть, выбирать кожаную куртку, и вас ждем на примерку, скоро весна. Всем пока. Всем пока.